подарочные карты за криптовалюту и со скидкой. ZIG, рынок подарочной карты, объявил о том, что теперь принимает биткоин-оплаты. Потребители могут использовать цифровые валюты, чтобы покупать и продавать подарочные карты по сниженным ценам. Согласно IB Times, услуга распространяется на магазины бренда Джона Льюиса, интернет-издания IB Times Великобритании, супермаркет Morrisons, ресторан Pizza Express и другие. Соучредитель ZIG Даниэль Залкинд отметил, что правительство Великобритании поддерживает новшество, хотя пока возникают трудности с оплатой в биткоин за бытовые предметы.